Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Эдварда де Боно «6 шляп мышления. 10 основных фактов». Подпишитесь, пожалуйста, на канал, оставляйте какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем. Факт номер один. Разделяй и властвуй. Принимать эффективное решение помогает параллельное мышление или метод шести шляп. В таком случае разные позиции существуют отдельно и не конфликтуют между собой. Всегда можно выбрать, какую шляпу надеть. Шляпу нужно уметь носить. Пользоваться методом шести шляп можно двумя способами. Надевать одну шляпу или по очереди менять разные. Выбор шляпы подразумевает фокусировку на одном типе мышления. Если команда знакома с терминологией, можно предложить надеть конкретную шляпу. Это значит, что все должны переключиться на конкретный тип мышления. Белая шляпа – факты и цифры. Наиболее беспристрастный режим мышления – сбор данных и числовой информации. В белой шляпе люди обсуждают данные без дискуссий, даже если они противоречивые. Отношение ко всем фактам одинаковое. Красная шляпа – волю эмоциям. Красная шляпа является антиподом белой. Выбор данного типа мышления означает открытое и честное выражение эмоций. Даже если объективных оснований нет, нужно дать волю чувствам, продемонстрировать отношение к идее. Пятый факт. Черная шляпа защищает от негативных последствий. В черной шляпе нужно быть максимально строгим, объективным, следовать закону и этике. Задача режима мышления заключается в выявлении потенциальных опасностей, трудностей, рисков и подводных камней. Шестой факт. Желтая шляпа – взгляд оптимиста. В желтой шляпе следует искать позитивные стороны и потенциальные выгоды. Невзирая на кажущуюся простоту, оптимистичное мышление – одно из сложнейших, так как разум склонен к поиску опасностей. Зеленая шляпа для свежих идей. Наиболее креативный способ мышления, который допускает смелые фантазии и необычные подходы. Творческое мышление помогает справиться с трудностями, выявленными во время ношения черной шляпы. Восьмой факт. Синяя шляпа. Пора все осмыслить. Когда головные уборы всех цветов примерены, настает черед синей шляпы. Пришло время оценить эффективность предыдущих шляп. Как правило, синюю шляпу носит руководитель или лидер. Эта роль является постоянной и не меняется во время дискуссии. Три главные идеи метода шести шляп. Методика Эдварда де Боно помогает сэкономить время, сэкономить деньги, разрядить обстановку. Заключительный факт – очередность. В каждой группе и ситуации можно менять шляпы в произвольном порядке. Правильная последовательность формируется на практике. Также можно нарядить участников обсуждения разноцветными шляпами и придерживаться ролей на протяжении дискуссии. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заказываем новые обзоры и читаем книгу Эдварда де Боно «6 шляп мышления» вместе с «Читай быстро».